Пришла мама, смотрите, принесла продукты. Очень мама мне помогает, приносит продуктами, прям очень выручает. Деньгами я у нее не беру. Не могу взять никак деньгами у мамы. Почему-то не знаю. Творог вот принесла. Полкило. Кстати, очень вкусно, у него был обзор. Блинчики, пирожок, молоко Диме. Сыр сейчас отрежу, отсюда еще сейчас возьму. Пошла себе за продуктами вот. И заодно мне занесла продукты. Банан еще вон. А киви и мандарин. Очень помогает. Прям ей огромное-огромное спасибо. Каждый выходной все время мне приносит по много продуктов разных. Ну, почти одинаковых таких вот. В этот раз вот впервые такой паштет. Я еще не пробовала даже. Салат, морская капуста. Давно тоже не ела. Творог мы берем. Такой очень-очень вкусный творог. Он запакованный. То есть вот прям не просто там какая-то деревенская баба там приготовила, да, случайно там уронила волосок, там полежала мне там на солнышке в тепле, привезла, вы купили. У меня во время беременности было, я творогом два раза травилась. Причем покупаешь, спрашиваешь, свежий? Да, свежий, свежий. 220 рублей за килограмм отдавала, 220 или 250 даже, что ли, он очень был у нее вкусный. Прихожу домой во время беременности, так траванулась. Один раз ночью так более-менее траванулась. Второй раз я так сильно траванулась, меня рвало, я не знаю, меня просто выворачивало. Весь день почти, прям очень сильно. Там к вечеру кое-как, кое-как, и еще одна дома оказалась. Уже там на 8-м месяце беременности это было что-то просто. После этого я для себя решила, что нет, я больше не буду никаких бабушек покупать творог. Магазин. Мне долго очень, кстати, не хотела вообще есть творог. Очень долго я не могла его начать есть. Вот. И потом мама купила, предложила попробовать такой творожок. Я попробовала. И мне прям понравился. Он обалденно вкусный такой. Прям обалденный. Вот. Здесь, кстати, сколько? Здесь 500 грамм, по-моему. А, 9%. Да, есть 9 у них, а есть 0. Это кувшин молока. Приезжает на большой машине. Как-нибудь покажу во влоге. Вот, прям классно. Такая вот небольшая история. Маленький обзорчик продуктиков. Ну, кстати, блины вот эти, они очень дорого стоят. Там почти 200 рублей выходит за 4-5 блинов. Не знаю, почему блины такие дорогие стали. Ну, там, в каких-то пекарнях, прям, я не знаю, кошмар просто.